Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Если вы благодарны тому, что имеете, если вы испытываете любовь к вещам, которые вас окружают и помогают вам жить, значит, вы излучаете позитивную энергию. И эти положительные колебания, которые вы транслируете в окружающий мир, обязательно к вам вернутся. Вадим Зейланд. И снова доброе утро. Доброе утро? Доброе. И снова здравствуйте. Прекрасная погода. В меру тепло. В меру влажно. Чудо. Осень, осень. Смотрите, уже август, созревают виноградинки. Будем вино пить? Конечно. Будем вино пить. Продолжается показ Моци Арсаки, сезон 2021. Август. Август. Как сказал Рэй Брэдбери, август надо пить маленькими глотками, как грушевый ликер. Август надо целить медленно, как грушевый ликер, наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце. Августовские ночи надо разбавлять огоньками свечей, молоком, налитым в плошку для домового, мурлыканьем кота и стрекотом кузнечиков. Августовские дни надо закладывать меж страниц книг, как закладки, чтобы потом вытряхивать их жар в промозглом ноябре, достав эту книгу с полки. И заклинаю вас, но не вопите вы на всех углах. Ой, вот и август, вот и осень. Но куда вы торопитесь? Остановите часы, пейте по капле. Рэй Брэдбери. Зеленого и зеленым. Гортензия. Может даже подвесить и ноги, и лицо. Еще раз вот так.
тут уже черноплодка. Не берегите те красивые вещи, которые есть у вас. Вещи созданы, чтобы быть функциональными, чтобы ими пользоваться, наслаждаться красотой. Берите любимую, самую красивую кружку, чтобы просто попить чай. Не на праздник, не для гостей, а на каждый день. Выбирайте самое приятное, самое удобное платье, то, от которого сердце радуется, что вы его сейчас надеваете. Даже если берегли для какого-то особого случая. Ведь если всю жизнь беречь, то можно вырасти из него и так никогда и не насладиться. Вещи созданы для людей. А когда мы благодарны и наслаждаемся тем, что у нас есть, мы переходим на чистоту реальности, когда поводов для благодарности еще больше. Согласны с этим утверждением, дорогие мои друзья? Доброе утро, моя Владимировна. Ой, вы замечательно, как вы сегодня выглядите. Ой, какие у вас модные дырявые джинсы. Да. Супер. Класс. Класс. Золотые шары, чудо, цветы, предосенние. Они август. Очень хорошо вписываются. Это ландшафт. Не узнаю вас в гриме. Да, это мои бусики. Отлично. Сходили, кстати. Шла, я говорила, мы идем на нашу местную ярмарку, так и ничего. Побывали, откуда вы идете? Приехала с юга. Нет, я смеюсь, из магазина. Очень здорово. Так, у вас сегодня какой-то новый прикид. Что это за стиль такой у вас? Это стиль бога. Да. И подарок августа. Так, у вас какой-то замечательный коленеж. Чудное. Видишь, браслеты. Браслеты. Ой, все в тон. Все в тон. Супер, супер. Глазки. Очень хорошо. Ой, чудо, как хорошо. Чудо. Это мой уголок. Все желтое. А скоро зацветет, вообще будет все желтое. Так красиво. Солидага. Солидага? Может, поближе. Ой, там так красиво. Очень. Вы прям слились. Очень красиво. Вообще обалдеть. Очень красиво.